Да. Налью. О! Ну что, пора ларек открывать. А то собрались, ждем, а ларек не открывается. Да, боимся, уже закроется. А портвишок-то уже киснет. А у кого есть сколько копеек? Портвейна бы хотелось бы. Чтоб налил. А сырок кто-нибудь взял? Взяли. Дружбу? Дружбу два. Но портвейна какой-то льет. Портвейн принес что-нибудь? Ну, где же портвейн? Открытие магазина целых 25 минут. А здоровые мужчины полчаса уж тут как тут. Терпеливые мужчины уж давно стоят и ждут. Все похожи, как родные братья, те, что на одно лицо. Ждут они, когда позволят братьям водочку, наливочку, пивко или венцо. Пора им. С утра, по чуть-чуть, с утра. Пора им. С утра, по чуть-чуть, с утра. Изнывают в ожидании, стерегут универсам. Не допустят опоздания, все сверяют по часам. Их тяжелые страдания сразу видно по носам. Все похожи, как родные братья, все что-то одно лицо. Ждут они, когда позволят братьям водочку, наливочку, пивко или венцо. Пора им. С утра, по чуть-чуть, с утра. Как всегда, скоро магазин открою, и наступит благодать. Группируются по трое, так, наверное, легче ждать. Все похожи, как родные братья, те, что на одно лицо. Ждут они, когда позволят братьям водочку, наливочку, пивко или венцо. Пора им. С утра, по чуть-чуть, с утра. Пора им, пора.
чуть-чуть.